Смотри, какой маленький. Маленький, с рогами. Ой-ой-ой-ой-ой. Я тебя боюсь. Ты мой хороший. Дай тебя поглажу, дай. Дай поглажу тебя. Ой, ты мой золотой. Мухи на глазках сидят. Ты хороший. Господи. Вот такие чудесные у нас тут животные. Да. Ну ладно, я пойду. Какой маленький, какой хорошенький. Вчера приехала на почту посылки отправлять, а у них нет света. Посмеялись с девчонками и поехала домой. Вот сегодня второй день. Посмотрим, что будет. Здравствуйте, Галочка. Мне нужно отправить две посылочки маленькие. Есть вот коробочки-то такие? Есть? Да не торопитесь. Мне спешить некуда. Так. Так. Танюша Бегичева. Привет, одинаковые буду. Ну ладно, отправила Людмиле Долининой, Танюшке Бегичевой и получила две посылочки с Алиэкспресса. Так. Теперь надо к Калинкиному врачу ехать. Сдали анализы, и анализов нет. Вот не знаю, может, найдут. А нам ехать в понедельник в Симферополь. И анализы нужны к врачу. Ребята, привет! Привет! И тут еще с той стороны. Вот сразу видно, одна семья. Ну вот этот черненький, видимо, приблудился, а остальные-то да. А ты там за забором. Да, ты бы тоже с ними бы, да. А я, да, я с этой стороны сниму. Вон тут еще сколько. Вон, раз, два, вон там три, четыре. А что у вас, ребят, собрание какое сегодня? Я даже не знаю, что это за здание какое-то. Что обсуждаем? Административное какое-то. Какие вопросы? А, не могу. Сижу, жду Алинки направления в Симферополь. Вот сейчас подпишут все. Вот так вот чаще всего выглядит поликлиника. 5 часов вечера. Не всегда, конечно, бывает, люди есть. Но чаще всего вот так. Тут вообще как-то вся жизнь с утра. С утра приедешь, народу, везде толпятся. А потом все к вечеру уже. Нет никого. Ну вот, сделали мне направление. В понедельник ехать нам в Симферополь. Правда, не знаю еще, как мы поедем. Но ехать надо. Так, где у меня? Где машина?
Голова вообще отсутствует. Она же во дворе там, в поликлинике. А я вышла на улицу и ищу. Ой, Люба. Я вчера очень расстроилась. Я отвечаю на все комментарии ваши. А оказывается, что больше половины у меня, ну как вот где колокольчик, появляются все комментарии. Оказывается, больше половины там их не появляется. И включаешь, ну, когда смотришь какое-нибудь видео, которое давно уже было раньше выложено, и там под ним столько комментариев неотвеченных. Я расстроилась, думаю, ладно бы я не отвечала. И утром отвечаю, и днем, когда время есть, и вечером сижу. Почему это так получается? Алинку спрашиваю, она не знает. Так что, мои дорогие, если ваш комментарий остался неотвеченным, не обижайтесь, пожалуйста. Я вот вчера 5 видео просмотрела и поотвечала на те, которые не отвечены. Я потихонечку все пересмотрю и отвечу. Пусть с опозданием, но все-таки. Доктор Зло написал, наконец, что получил эту керамическую мисочку-то. Вон сколько времени прошло. Это же первый розыгрыш был. Мы ему отправляли в Ялту другу какому-то, а тот ему передал. Алинка захотела картошку фри. Я ей говорю, давай сама тебе пожарю. Нет. Вот. Иду опять в поликлинику второй день. Нашли они наши анализы или нет? Ну что, у медсестры нет врача. Пойду на поиски анализов. Да, вот неприятные, конечно, такие моменты бывают. Вот еще, видите, еще ремонт идет. В том одно крыло отремонтировали, а вот там еще ремонт. Ты что здесь делаешь? В больнице. Витя сейчас звонил мне, цемент привез, а меня дома нет. Видите, какая женщина. Не цветы ей возят, а цемент. Я маму снимаю. И вас. Мужчина засмущался, думал, я его снимаю. Да, он и говорит, я прохожу мимо, он тебе говорит, что вы меня снимаете? Ну что, домой? Ну вот.
Вот, загрузили второй обжиг, покрытый глазурью. 12 часов будет обжигаться. Вот, выставили температуру 150 градусов. И теперь каждые полчаса будем прибавлять. Ну вот, и каждые полчаса прибавляешь по 50 градусов. То есть, короче говоря, это на весь день до вечера. Никуда не уйти. И вот бегаешь туда-сюда. Не знаю, видно вам, не видно. Вот терпеть не могу пауков. Но сколько ведь работы, а? Над этой паутиной, господи. Всем привет. Ну вот, в данный момент я покрываю белой глазурью лицо, лица. Их тут будет достаточно много. То есть вот такие чашки с лицами, такие вазочки с лицами. То есть они прошли первый обжиг. Это испанская глина. После обжига она приобретает вот такой розоватенький подтон. Вот. А, то есть это белая глазурь плотная, она накладывается вот так, кажется, неаккуратными слоями, но глазурь она плавится, и в процессе обжига она войдет во все складочки, то есть приобретет свою нормальную форму. Вот. Ну, решение. Да. Ну вот, целый день вчера обжигали. И все теперь на помойку. Столько труда. Как же жалко. А все потому, что давно не обжигала она. А был ремонт печки. Меняли вот эти тены. И там еще какую-то штуку электронную. И, видимо, поменялась температура. Очень высокая температура. Все сварилось. Вон оно, ужас какой-то. Ой. Ой. И тут все вздулось. В общем, кошмар. Это вообще кривая не стоит. Что это? Вот, все в помойку. Вот так вот они, муки творчества-то. Если бы еще все получалось как надо. Прям расстроилась. Жалко Алинкин труд. Вот оно вроде бы. Ну ужас, ужас. Вот так вот, мои дорогие. Ой. Вот знаете, кто это такой? Да, наверное, знаете. Это Богомол. Да уж, кого тут только нет. Эти мои красавцы. Ой, какие большие стали.